А вот музей к столетию Государственной санитарно-эпидемиологической службы открыли сегодня в Тюмени. Здесь представлены 23 экспоната, в том числе и ретрооборудование. На стендах памятные альбомы и научные монографии. Они рассказывают об истории становления областной службы, о значимых событиях и лучших сотрудниках. Сохранились такие прекрасные альбомы, фотографии. Представлено здесь оборудование лабораторное, которое использовалось в те годы. Этот музей мы будем использовать для профориентации. Сюда будут приходить школьники, студенты медицинского университета. Очень хорошо, что есть такой музей, потому что, ну вот, говорят же, память – это самое основное. Если нет прошлого, то не будет и будущего. И вот это хочется сказать большое спасибо вот всем, кто делал этот музей. Добавлю, столетие со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы в России отметят 15 сентября.